В наши дни поход в супермаркет вполне возможен без кошелька и даже банковской карты. Ваш счет привязан к вашей внешности, к лицу. Действительно, все очень просто. То есть вы подошли, как обычно, отсканировали товары сами, и у вас просто появляется новый способ оплаты как банковской картой, так и оплаты одним взглядом. Нажимаете, смотрите в камеру, деньги списываются, вам приходит уведомление. Все очень быстро и просто. Подобная система оплаты с 2021 года действует и в московском метрополитене. Она быстро набирает популярность. Для использования сервиса пассажиру достаточно подойти к специальному турникету, обозначенному стикером, посмотреть в камеру. Створки открылись, и пройти. Меня узнали даже в маске. Бояться того, что ваш портрет каким-то образом будет скопирован с целью хищения ваших средств, точно не стоит, объясняют разработчики технологии. Все, что касательно каких-то операций, которые связаны с деньгами, оно критично для пользователя. Поэтому на первый план здесь выходят дополнительные технологии, которые помогают защищать биометрические системы от атак на них. Так называемая технология lifeness. Это когда определяется, что человек живой, что это не фотография, что это не фотография со смартфона, что это не надетая 3D-маска. Эволюция денег, а также технических возможностей ими управлять и тратить,